Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать обзор на покупку, которая называется сельдь атлантическая по-царски. Это филе сельди, кусочки в масле, ароматизированные с дымком. Мы купили ее в магните по акции. Она стоила 109 рублей, а старая цена была написана 169 рублей. То есть это скидка довольно приличная. Теперь я хочу посмотреть, что там находится внутри, сколько там сельди и сколько находится там масла. Сейчас я открою вам и покажу. Вот посмотрите. Вот так уложена красиво эта сельдь, но вот здесь посередине, обратите внимание, очень много масла. Когда смотришь на эту банку снаружи, когда она закрыта, кажется, что она вся наполнена сельдью. Но на самом деле, посмотрите, вот здесь получаются пустоты, потому что эта сельдь у нас больше по краям, а изнутри ее не так много. Сейчас я выложу эти кусочки сельди на блюдечко. И мы посмотрим, сколько же здесь масла. Специально, чтобы это было видно. Вот посмотрите, я переложила всю сельдь на блюдечко. Ее довольно много. Я посчитала здесь 37 вот таких кусочков, примерно одинаковых. Действительно пахнет приятно, пахнет немножко дымком. Ну, а масло тут вышло, ну, примерно 1/3 часть. То есть 1/3 часть этой баночки занимает масло. Ну, конечно, это масло можно использовать для чего-нибудь рыбного, для какого-нибудь рыбного салата и так далее. То есть оно, по сути дела, не пропадет. Но все-таки получается, что селедки здесь не 500 грамм, как заявлено, а естественно, что где-то грамм 300, вот так, примерно 300-320 граммов этой селедки. Сама селедка неплохая, я попробовала один кусочек, там либо вообще нет косточек, либо очень мелкие косточки, которые практически не чувствуются. Довольно приятная, такой слабый аромат дымка действительно есть, вкусная, приятная селедка. Ну а масла столько много, это естественно, потому что когда покупаешь такие банки с рыбой, то всегда масла получается довольно много. Что вы думаете по этому поводу? Какие вы посоветуете попробовать такого рода консервы или пресервы? Вот это, кстати, пресерва. Написано, что она... Ну, там, конечно, присутствуют ингредиенты Е, а так написано, что там масло, рыба и немного каких-то Е. В общем, довольно вкусное. Но... довольно и много масла. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте, ссылки в описании. С вами был YouTube канал Тутси. До свидания, удачи всем!